10 октября в спортивном комплексе «Ясногорский» прошло первенство Москвы по художественной гимнастике. Соревнования эти нужны, чтобы себя показать, на других посмотреть. У многих гимнасток это первый старт. Надо красиво стараться, улыбаться, занять первое место. Ну вот прям заходишь на площадку и ничего не чувствуешь прям. Судьи по всей строгости оценивали участниц соревнований. Появляются таланты. Девочки начинают выступать на международных турнирах, всероссийских турнирах. Тренеры остались довольны выступлением своих учениц и поделились своими впечатлениями. Я тренер Даутбековой Марии, которая заняла первое место. Мы очень рады, конечно, что приехали сюда и показываем свои результаты. Меня говорит там, давай, там молодец, там иногда кричит, но так нужно, чтобы гимнастка вообще поняла, что делать. У юных участниц есть все шансы продолжить свою карьеру на международных соревнованиях и попасть в олимпийскую сборную страны. Для соревнований это еще маленький шажок на пути к успеху. Детям прежде всего нужно дать любовь к гимнастике. Если они будут любить свое дело, у них все получится. Мечтай, фантазируй, смотри.